С начала года в Экибастузе зарегистрировано 3 факта дорожно-транспортных происшествий с участием безнадзорного скота. Собственники установлены и привлечены к административной ответственности. Сотрудники управления полиции призывают горожан контролировать выпас животных. Управлением полиции города Экибастуза на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по работе направлений на пресечение дорожно-транспортных происшествий с участием бродячего скота и профилактики краж скота путем помещение их бесхозный скот на штрафные стоянки и привлечение собственников скота к административной ответственности. В целях профилактики краж скота с вольных выпасов решением Маслихата Павлодарской области утверждены правила содержания животных на территории населенных пунктов. Согласно этим правилам, скот без сопровождения людей считается безнадзорным и подлежит загону в места временного содержания до установления владельца. В настоящее время на территории Экибастузского региона у нас функционирует 14 загонов для бродячего скота, временное пользование содержания бродячего скота. Мы водворяем на штрафную стоянку, таких у нас уже фактов 560 голов. За 4 месяца мы водворили на специальные загоны, помещено из них 211 лошадей, 130 голов мелкорогатого скота и крупнорогатого скота у нас 219. За нарушение правил выпаса скота по статье 408 привлечено 41 лицо. Также хочу добавить, что с 7 марта в Кодекс административных правонарушений у нас внесли изменения по статье 408 выпас скота. Предусмотрено административный штраф 3 МРП. Если раньше было предупреждение, сейчас 3 МРП. По таким фактам у нас уже 17 фактов привлечены к административной ответственности. Управление полиции в очередной раз призывает владельцев контролировать выпас скота. Помимо угрозы краж, безнадзорные животные могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.